Аун Сан Су Джи, лидер оппозиции Мьянмы, приговорена судом к 1,5 годам под домашним арестом. В мае ее поместили под стражу, якобы за нарушение условий содержания под домашним арестом, срок которого официально истекал в конце мая. ЕС осудил приговор и объявил об ужесточении санкций в отношении правящей Мьянмы военной хунты. ЕС осуждает это неприемлемое решение, и мы введем новые санкции в отношении тех, кто участвовал в его принятии. Мы не позволим им посещать страны ЕС и также заморозим их капитал, находящийся в странах Евросоюза. Also freeze their assets, if they have any inside the European Union. С 1990 года в Мьянме, в прошлом Бирме, правит военная хунта, которая пришла к власти в результате военного переворота. Аун Сан Су Джи, лидер Национальной лиги за демократию, победила тогда на выборах, но 14 из 20 последних лет провела в заключении, в основном в своем доме. На встречах с лидерами Азии мы часто обсуждали ситуацию в Бирме. Я думаю, понятно, что ЕС твердо стоит на своем мнении и осуждает то, что они сделали в Бирме. ЕС также призывает к безусловному освобождению Аун Сан Су Джи. И мы продолжим обсуждение с азиатскими лидерами, как надавить на военный режим в Бирме. Евросоюз в 1996 году ввел санкции в отношении военного правительства Мьянмы и потом несколько раз ужесточал их. 500 представителям правящего режима и членам их семей запрещено въезжать в страны ЕС. Также введен запрет на поставки продукции более 1000 фирм из Мьянмы.